уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 19 августа 2016 года. Была сделана теплица-павильон шириной 3 метра, длиной 7 метров. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. По торцам установлены разрезные двери-форточки. Конструкция стоит на бруксе 100 на 100, пропитанном антисептиком. По торцу у нас сделан резиновый торцевой уплотнитель. На другом торце также. Также в теплице имеется перегородка. И 4 коньковые фрамуги. К этим фрамугам были приобретены автоматы. Клиент попросил их не ставить, захотел установить сам. Для примера мы на одной фрамуге поставили эти автоматы. Термопривод называется. Также система подвески сделана, по две нитки на каждую сторону. Ну, в общем-то и все. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 12 мая. Была построена теплица, павильон шириной 3 метра, длиной 8 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 0,72 плотность, 4 мм толщиной. Конструкция установлена на брус 100 на 150, выложенный в два ряда, скрепленный между собой пластинами и уголками. По торцам установлены разрезные двери-форточки с обоих торцов. Также установлена система подвязки, по две нитки на каждую сторону и две коньковые фрамуги. По периметру торцы поликарбоната защищены торцевым профилем. Также сделан резиновый уплотнитель на торцах. Уральская усадьба представляет. Как раз пишитесь. Там все, и ручка, и документы лежат. Теплица, павильон. Семь с половиной метров в длину, 3 в ширину. Это самый первый павильон, который установила уральская усадьба. Простоял 2 года. Клиент попросил в торцах над дверями сделать форточки для лучшего проветривания. Все измерили, сварили, вставили, прикрутили. Получилась вот такая система. Отщелкиваем шпингалеты с двух сторон, тянем запалку, форточка открыта, с другой стороны точно такая же. Палка создает противовес, то есть форточка очень легко закрывается, прижимается, защелкивается. Снаружи у форточки сделаны цепочки, чтобы она ниже не опускалась. Вот так это все выглядит.
бьем. Закрыли. С двух сторон сделали палки, шпингалеты для надежности. Так она выглядит в закрытом положении.